сегодняшний вечер, посвященный 20-летию самого веселого на этой планете ансамбля. Официальная часть закончена. Менее официальная часть. Гости. Крематория. Перед вами выступает победитель конкурса крематорской песни из Воронежа Альберт Попов и группа «Красный огурец» в лице человека-оркестра Попова и его барабанов. Встречайте! Воронеж поздравляет группу Крематорий 20-летним. И у нас есть очень крутые подарки из Воронежа от наших рок-музыкантов. Это вот банка чистого спирта! Нет, а вы предложите ходить в безобразной Эльзе. Вот с этим уже можно, да? Главное, чтобы к концу концерта она не стала пустой. Банку-то поди разбавил. Да ну, что? Значит, самая моя старая песня, известная. Интернационализм в крови. И слали повестку мне на отдельный мост. Пришел, водрузился и жду. И вот один мистер задал мне вопрос про дружбу, да и про вражду. Неужто у вас все так дружно живут? Эстонец, грузин и якут. Хлеб на равных сеют, жуют, куют, суют, на равных и горькую пьют. Я прочь